мы сразу начали, сперва позвонили в пожарную часть, потом мы зашли в подъезд. Я спросил, можно ведро воды наливать. Я взял ведро у нее, начал наливать воду, поднимался на верхний этаж, и мы поливали дверь, чтобы огонь потушился. И то, что приступили к тушению пожара, невзирая на сильное задымление и действительно реальную угрозу для жизни, вот это уже исключительно героизм и действительно мужской поступок.